суперзвуковая ракета. Делай два! Композиция: два шахеда летят на фронт. Давай, Фил, в здоровом теле здоровый пух! Ну что же, наказы товарища Путина выполняются с должным энтузиазмом. Столы для пинг-понга есть в каждом дворе. Не для пинг-понга, а для настольного тенниса. Товарищ Путин сказал пинг-понга. Ну, окей. Не окей, а пинг-понга. Я думаю, можно присвоить этому двору звание «Двор высокой православной культуры». Секундочку! А почему стол во дворе у помойки, а не на лестничной площадке, как велел товарищ Путин? А на площадке хулиганы шмаль курят, стол отбирают. Тогда окей. Пинг-понга! Кстати, мы же боремся с неблагозвучными названиями. Конечно! Вот деревню Малые Подсвинки переименовали в Большие Медведи. Выродка в тупик, в родительскую подворотню. Вот и я о том. А тут у нас что? Фекальный тупик. Непотребство! Сорян! Мы уже переименовали улицу и табличку новую сделали. Фиалковый проезд. Ну что же, так и доложим главному. Русский мир построен. Осталась косметика. Атас, главный уже здесь. Смирно! Русский мир – это хорошо. Только Фиалковая улица правильно пишется так. Переделаем. И лучше не Фиалковая улица, а Благоуханьская. Поправим! Ставим лайки, подписываемся, пишем комменты. Это закон. Как говорится, дуралекс, седлекс. Вот сейчас непонятно, но обидно было.